В минувший вторник встречу с жителями Ленинского района провел Александр Серов, помощник депутата Московской областной думы Владимира Жука. Я хочу вам доложить, значит, смотрите, на сегодня у нас записалось 13 жителей Ленинского района. Вот на данное время пришло уже 12, да? 12 человек, 10 то есть по записи и 2 человека без записи. Каждого посетителя здесь внимательно выслушивают и делают все возможное, чтобы максимально быстро и эффективно решить его насущный вопрос. Спектр проблем, с которыми приходят жители Ленинского района, самый разнообразный. Так мама четверых детей Белла Белова обратилась с просьбой о материальной помощи. Я являюсь многодетной мамой, вот, и так как у меня старшие дети учатся в высшем учебном заведении, и сейчас, как вы сами знаете, образование везде платное, я попросила оказать материальную помощь моей семье, так как я являюсь многодетной, вот, в чем мне не было отказано. У Виктора Бурейко свой наболевший вопрос. Получивший по программе переселения в 2015 году гражданство Российской Федерации, он с тех пор не может устроиться на работу по причине отсутствия регистрации. Проблема решается в том, что не могу получить эту регистрацию, а без регистрации я не могу устроиться на работу. Вопрос Виктора Ивановича будет тщательно проработан, и в 30-дневный срок он получит ответ по существу. На встрече с жителями всегда обязательно присутствует юрист, так как в большинстве случаев требуется квалифицированная правовая оценка. Напомним, что в Ленинском районе депутат Московской областной думы Владимир Жук проводит встречи с жителями каждый второй вторник месяца с 11 до 14 часов. Екатерина Коваленко, Владимир Бежонов и Елена Кошелева, «Видное ТВ».